Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с членом правления банка ВТБ Чаба Зинтаи. В республике для работы банковских организаций создают благоприятную среду. Заемщики от этого остаются в выигрыше, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. В условиях конкуренции банки вынуждены регулировать процентные ставки. Кредитный портфель ВТБ в республике сегодня превышает 7,5 миллиардов рублей. Здесь намерены кредитовать крупные проекты. Касаясь кредитования конкретных проектов, на сегодняшний день есть у нас реестр, они обозначены в стратегии развития Чувашской республики. Понимаете, есть определенные проблемы у наших предпринимателей. Где-то у кого-то кредиты есть, где-то рынок провалился, упал покупательский спрос. Тем самым появились дополнительные трудности. Но независимо от этого, кредитование проектов будет осуществляться. Как мы открывали новые производства, так и будем открывать. Как мы создавали высокотехнологичные рабочие места, будем эти рабочие места создавать. Член правления банка ВТБ отметил эффективную работу республиканских властей по исполнению местного бюджета. Если ты смотришь на отдельные показатели, то видно, что бюджет и доходная часть бюджета очень здорово структурирована. То есть тут нет тот уровень, по сути, субсидирования, который обычно характеризует другие бюджеты. И мне кажется, это может немножко там субъективное личное мнение, что израсходование бюджетных денег тут происходит намного тщательнее, нежели в некоторых других регионах.